Ну, интригующий налет, я вам скажу. Особенно не считать того, что два налета здесь рядышком. Сейчас они будут друг другом, скорее всего, тут. О, блин, да ладно вам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, они тут будут воевать сейчас. Налет. Какое-то время на подготовку уйдет, да? Я рассчитываю на это. Ага. Какое-то. Да насрать им, походу, на это. Бегом домой. Алярм, ребята, алярм. Ноги в руки вперед. Кам их не оторвали. Беги, Вася, беги. Беги, доктор, беги. Давай, я в тебя верю. О, успел, доктор. Чё ты разделываешь, дебил? Да вы чё, надо мной издеваетесь, что ли? А, так, погоди, я ж включал ее. Писец. Игра, ты чё? Только не упади в обморок. Идет, шел бы ты знаешь куда. Я бы сказал, да промолчу. Ну, док, себя залечит хорошо, надеюсь. О, отлично, отлично. Главное, чтобы заражения не было. И мои додумались ловушки починить. Да? Додумаются? Конечно, нет. Так. Два раздельщика. Перезарядить. Перезарядить, перезарядить. Так, ты какую у нас идешь перезаряжать? Эту, значит, ты иди вот эту. Ну да, ловушки меня, конечно, выручили здесь. Нам бы не помешало этих даунов поразделывать. Хотя у них оружия-то нет, они с кулаками пришли. Толку мне от них вообще-то ноль. Так, шиншилла свежая. Забрать. Мужик. Хочешь совет? Вали! Ну, 14 часов еще хватит. Так, у меня больничные койки-то хоть назначены? А, это ж другая игра. Блин, ну я уже путаюсь.
Чё, хи... Так, доктор, как у тебя дела? Спасай нашего пациента. Да ого. 13 часов, ну, не сильно его тут. Приложили, жить будет. Ну, я почему-то не удивлен. Ладно, медикаменты у меня хорошие есть, не проблема. Зато у меня будет... Да ни хрена у меня не будет, эти козлы все забрали. А нет. Что-то оставили, спасибо хоть за это. Ладно, с налетом разобрались, теперь на лечение, что еще могу сказать. Да, у игры явно заболевание называется. Я ее достал. Короткий лук, короткий лук. Так, нож из керамид. Чуть такое черепах. Так, вижу здесь. Увы. О, блин, блин, блин. С этими козлами могут быть проблемы. Так, перейти к месту. Перейти к месту. Ага, и орки. Ждать будут? Ага. Ни хрена они ждать не будут. Кондиционер поджигает. Сволочь, ты чё мой кондиционер хочешь тронуть? А эти дятлы что там собираются делать? Гуляют. Ну ладно. Хрен с ним, пусть гуляют. Так, первые у меня пойдут орки, да? Где мои долбодятлики? А, они все на огороде, да? Ну, хорошо. Такс, у тебя что тут? Ножик. У тебя дубинка. Возьми вот эту вот хрень. Так, это что у нас? Лук. Не пойдет. Ножик, ножик. Хрен с тобой, бери лук, а ты нож бери. Хоть чем-то, блин, говном и палками будем... А, погоди, что я вижу? Я вижу лук. Лук, 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 хороший. Они ж пока вооружаются, господи помилуй. Ребят, давайте быстрее. Строитель как спится, да? Хорошо? У тебя бедного стресс. Очень я тебя жаль. Очень-очень-очень. Пошел сюда. Сейчас у нас будет такой у всех стресс. Хотя эти убегут, скорее всего. Да, они убежали. Теперь не надо дебилов с луками тут победить. Пытаться быстренько ловушки отчинить. А я смотрю, таури тоже не лыком сделаны. Молодцы, ребята, молодцы. Так, тогда. Все вооружены, все со всеми прекрасно. Так, хватит к огороду лезть. У нас еды хватает пока. Бам-бам-бам. Давайте, ребят, делом занимайтесь. А это дело означает то, что нам нужно как минимум ловушки починить. Так, на тебя 3. Ну, тебе тоже давай 3 возьмем. Так, на этого 3. Когда-нибудь ловушки тебе смогу отстроить по-нормальному или нет? Мне такой вопрос себя мучаю. Так, ты 3 и ты.
Давай остальные дозаряжай. Все, пошли. И эти мне ребята нравятся. Перестреляли нахрен ко мне второй подход. Ну, шишки, ножик. Ой. Кто? Бедолага. Так, строительный. Мы хоть что-то успеем перезарядить. Где эти чудики? Строитель, ты вряд ли успеешь. Очень я сомневаюсь, что ты успел бы. И сейчас как бы тут разобраться с этими. Да. С ними будет непросто. Так, ты у нас что умеешь? С лука гавкать. Нормально. Так, ты сюда. Ты сюда. Ты рядышком. Нет, ловушки помогли, спасибо, спасибо, игра. Это меня прям выручило. Так, все, занимайтесь теперь чем хотите, хоть, блин, голыми пришить. Мне как-то пофигу. Все, отлично. Справились, так сказать. Блин, жуки заспаунились. Не видно практически ни шиша. Так, этот у меня здесь стоит. Этот у меня с луком. Так, боевой режим тебе. Так. Не знаю, где-то. Тоже боевой режим давай. Ты давай боевой режим, иди сюда. Так, а у меня там сверху никого нету, никого. А ну-ка давай попробуем убежать тогда нашим. Отлично. Общий сбор. Твою налево. Здравствуйте, называется, приехали. И что делать? И что делать с одного кокона столько жуков? Йо. Ну давайте прикинем наши шансы на выживание. Смело могу сказать, нулевые. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И три кокона. И оружие все здесь. Как это мило, да? Так, давайте-ка. Так, кто у нас, во-первых, самый быстрый? Фермер, ты у нас. Движение ослаблено. Сидеть, кричать занято. Доктор. Движение 100%. Удушевленной ходьбы ни у кого нету. Значит, пойдет доктор. Торгаш, хорошо, нет, доктор тогда здесь сидит дома.
Я же нельзя тобой рисковать. Строитель тоже. Торгаш. Ну чё, жертва. Ты готов к труду и обороне? Недовольство. О, у тебя, поверь, сейчас будет такое довольство, что ты охренеешь. Такс. Эту дверь сразу открыть. Эту дверь держать открытой. Ты ж дебил. Все, согрелись. Беги. Вася, беги. Беги, что есть сил, вот сюда. Ага, не хотят гады. Ты мелкая мразота. А ты не идешь, дебил, ты ползешь, я тебе так скажу. Беги, как можешь, дятел. Я бы тебе посоветовал, ну понятно все. В чем такой звезде сбывает колонии? Он пока отравлен. Так, что ж с вами делать-то? Слишком до хрена жуков, я с ними не справлюсь. Ну хотя попробовать-то можно. Толку от этого. От того, что я буду пробовать. Оружие-то у меня. Оружие-то оружие. Луки. И руки. Кривые руки. Оружия нету. Так, попробуем сейчас тогда финт ушами. Строитель, беги! Так, стоять. Так, отлично, взять. Большое оружие не подбирал, что ли? Взять. Строитель, бери. Мы сейчас будем здесь все вместе оборону держать. Это пока там пусть валяется, отдыхает дятел. А, ну вот так вот сделаем тогда. Они же, скорее всего, сейчас... Чё, доктор, открываем дверцу и зовем гостей? Понятно. Они решили все выбраться. Попинать у меня электростанция. Аккумуляторы целы, целы. Так, ладно. Тогда пока не этим занимается, уничтожаем здесь вот это вот. Надеюсь, друг друга не засыпите. Нет, не зацепили. Молодцы. Светящийся кокон, господи, маленький еще есть, да вы прикалываетесь?
Так, лады. Вроде все, да? Как ты там поживаешь, друг родимый? А лежит, кайфует, а ему хорошо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О, точно. Блин, маленькое расстояние для стрельбы. Правильно, правильно, идите за мной. Как дела? Отлично, да? Оу-оу-оу. Кто-то решил вернуться к окон посетить свой, да? Такс. Теперь будет попроще уже с двумя жуками проще справиться. Так, но главное, чтобы они меня все равно не зацепили, бьются-то они сильно. Ага, и один козел сюда залез, я понял. Строитель, знаешь что? Ты мужик хороший. Спасай-ка этого нашего бегуна ядрить напополам. Хорошая, слушайте, это хрень, однако. Добивай. Добивай. То они еще станут. Того оружие не смертельное, если я правильно помню. А нет, это смертельное. Может, модом у меня что-то тут ограничивалось. Я говорю, даже не знаю. Погоди. Оружие Тау, да? Да, Тау, пульс, райфл. Так, а этот жив. А, то тут несколько же видов оружия у меня, да? А, ну да. Просто таушным оружием нельзя кого-то убить, там очень хорошо оглушать. Это, конечно, может быть и можно было поиспользовать в своих интересах, но нет. Ты совсем... Это ко мне уже третий астероид, этот астероид пролетает. Что-то как-то начинает напрягать потихонечку. Вот именно на мою территорию падает. Ну давайте примем. Не знаю кого. Кто-то у нас там. Девушка. Ну. Пум-пум-пум-пум.
Блин, ну наркоманка ленивая. Вы меня простите, но нахрен не такая нужна. Это какой-то уже абсурд. Желе насекомых. Надо потом вот подобрать. Ох ты, твою ж налево. Я надеюсь, они не слишком хорошо одеты. Ай, бля. Да серьезно. Твою ж налево. Вот что называется, выключил оптимизацию нападений. Ну, сейчас будут мне шурум-бурум по яйкам по полной. Так, эти у меня все спят. Ограничение домашняя область. Никуда не выходить. Блин, я не знаю таких ловушек, такого количества ловушек-то вообще хватит. Так, 3 часа. Не, ребят, надо вас поднимать, потому что если эти парни, я так полагаю, у них винтовочки там ни хрена не простые. Если они до нас доберутся, нам звездец. Помнит мое прошлое видео, тут прекрасно понимает. Меня вроде похожий отряд. Раскочегарил вообще в ноль. Ой, ну хоть что-то есть. Ладно, попробуем продержаться. Они там уже на подходе. Лучше пойти пораньше. Пушку взял. Иди давай. А здесь не глючит? Нет, с новым ядром вообще шикарно играть. Честно скажу. Так. Оружие не слишком точно. Иди сюда. Ты сюда. Ты сюда. Так, а тебя куда подставить? Да. Задачка ядрить на позолоту. Хорош там беситься-то, а? Это вроде ничего не горит, если я правильно помню. Ага, отступать они не будут. Или может отступят. Здравствуйте, я ваша тетя. Сквозь эту хрень вы стреляете, да? Вас надо поближе подводить на расстояние выстрела. Они даже прицеливаться не успевали. С такой же хренью тут. Не удивлен. Так, и у тебя такая же батва, да? А тебе тогда вот сюда вот. Встаете? Все в порядке? Да. Все должно быть хорошо. Будет ли? Хрен его знает. Так, пока он живой, раздеть. Погоди, а в этой броне же ничего построить нельзя, да? Скорость, о, блин. Ну ладно, иди раздевай его. Твою ж налево, я и забыл совсем. Раздеть. Ну, ты раздевать-то его будешь? Погоди-ка, а почему броню я его не вижу? Может, мне эта броня вообще, в принципе, недоступна? Слушайте, сейчас переработаем их, посмотрим. Да, вероятно, броня недоступна. Так.
Жесть. Ты сдохнешь сегодня или нет? А этот вообще когда сдохнет? Я эту броню видел в продаже у торговца. Не, ну... Блин, с ним пусть дохнет лучше сам. На друшлаг уже становится похожим, мужик бедный. Так, и давай-ка посмотрим. Это через сколько откопытится? 6 часов. 4 часа. Так, стоп. Но они мне ничего не поломали конкретного. Так, на разделке. Чем мы от него сейчас получим? А ни хрена не получаем. Да, значит, эту броню только купить можно. Хитро, слишком хитро.